Это программа «На троих» в эфире телеканала RTVI, в студии ее ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Дзитко. И наши гости – режиссер, сценарист Авдотья Смирнова. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли. Мы обычно начинаем с вопроса на актуальную тематику, но вы нам сами создали актуальную тематику. Ваш фильм «История одного назначения» вышел 1.5 недели назад, если не ошибаюсь. Нет, он уже 3-ю неделю. 3-ю даже. Мы с Тихоном сегодня сходили, у нас свежие впечатления. Если позволите, я поделюсь вот прямо с своими личными впечатлениями, главным своим впечатлением от вашего фильма. Мне показалось, что это такой, с вашей стороны, троллинг вашей же ленты Фейсбука. Сейчас объясню, почему. Потому что я в этом фильме увидел такую изменчивую, гнилую суть русского либерала, который при первом же который может прекраснодушно мечтать, да, но при первом же столкновении с серьезными трудностями он или уходит во внутреннюю миграцию, или прямо перебегает к силовикам, становится еще хуже, чем они. В общем, простому народу в любом случае плохо. Когда и как вы так разочаровались в русском либерализме? А я не разочаровывалась. У вас просто очень публицистический и плоский подход к этой картине. Вы ее считываете как партийный журналист. А эта картина не партийная. Абсолютно. Эта картина вообще-то про людей и про страну. Нет, ну понятно. Но в ней же, тем не менее, очевидно, содержится вполне внятное высказывание. Антилиберальное? Нет. Антилиберальное, конечно. Нет, это вы так прочли. В ней нет ничего антилиберального? Нет. Хорошо. Предположим, я так прочел. Но я ее действительно так прочел. Это многие люди вашей профессии, схожие с вашей биографией, читают ее так. Это ваше право. Абсолютно. Я до того, как сняла хоть один кадр этой картины, я как раз разговаривала с отцом и предсказывала ему, что картину будут одновременно обвинять в русофобии из патриотического лагеря и в антилиберализме из лагеря либерального. Отец мой говорил, что ты не права, ты слишком примитивизируешь и насмешливо думаешь о нашей интеллигенции. Сейчас был вынужден признать мою правоту. Отец знаменитый режиссер Андрей Смирнов, для тех, кто знает. Смирнов. А тебе как показалось, кстати? Ну, я согласен с твоим ощущением. А вас многие с позиции партийных журналистов именно таким образом оценивают эту картину? Ну, вот я читала рецензию Андрея Архангельского в «Огоньке» и Варвары Бабицкой в ресурсе «Полка». Угу. Там вот эти претензии. Хорошо. Просто рецензия Бабицкой, она просто дословно совпала с тем, что я отцу говорила год назад, когда, повторяю, еще ни одного кадра картины не было снято. Так что я понимала, что будет часть людей, которые прочтут это так. Хорошо, тогда позволю себе задать, может быть, наивный вопрос, но тем не менее, в чем ваше высказывание? В том, что Евангелие в России не проповедано. Чуть подробнее можно? В том, что мы все время пробуксовываем в одном очень важном месте нашей истории. Да, это то, что действительно лучшие изменения – суть те, которые происходят через смягчение нравов, как писал Пушкин в «Капитанской дочке». Да, и любая, на самом деле, модернизация, любое развитие общества, этноса, да, оно всегда ведет к смягчению, в том числе смягчению законов, приближают закон к справедливости, а понимание справедливости приближают к милосердию. Милосердие – это, конечно, евангельская ценность. А вот мы с вами, Алексей, поскольку мы старше Тихона, да, мы с вами прожили какое-то время, да, лет 15, в России, которая находилась на пути, конечно же, смягчения. А сейчас, за последние 10 лет, мы снова оказались в реальности, которая берет вектор на ужесточение законов. Да, и ужесточение наказаний, соответственно, отдаление закона от справедливости, а понятие справедливости от милосердия. И это как бы путь в архаику. И мне кажется, вот действие картины происходит в 1866 году. Это одно из самых прекрасных совершенно с точки зрения либерализма. Совершенно верно. Это начало реформ, великих реформ, в том числе реформы военной, которые эта картина касается напрямую. И все мы знаем, что было потом.
что после Александра II настал Александр III. И опять Россия развернулась в сторону архаизации, в сторону ужесточения и так далее и тому подобное. И мне кажется, что вот это связано с тем, что мы все время впадаем в ужесточение, как общество, да, как этнос. И я не понимаю, почему это так. Да. Для меня, вот я всегда говорю, что лучшим рекламным слоганом этой картины был бы слоган «Хотели как лучше, получилось как всегда». Понимаете, это, все по отдельности это много герои. Каким картинам да, можно все по отдельности отнести. Герои для меня, да, имеют очень внятную и совсем не дурную мотивацию. А происходит то, что происходит. Ну, или тогда даже «Хотели как лучше, а получилось намного хуже». Ну, в этом случае да. Но, понимаете, там исторически, если рассматривать кейс Шабунина, то через несколько месяцев после казни Шабунина Российская империя приняла новый военный устав, гораздо более прогрессивный и гораздо более мягкий. И если бы кейс Шабунина случился позже, на полгода буквально... Он бы остался жив. Да, безусловно. Я поясню для тех, кто картину не видел. Она основана на реальном событии, когда Лев Толстой среди других людей пытается спасти от казни солдата, который ударил офицера, и по уставу, который на тот момент в России действует, уставу военного времени, этот солдат должен быть расстрелян, и несмотря на все попытки, ну, дальше посмотрите сами, что было. Я все-таки, поскольку уже заговорили про Льва Толстого, хочу задать еще один вопрос, относящийся, наверное, больше к художественной части картины, нежели к ее общественно-политической, политическому значению. Мне показалось, что вы намеренно вводите, может быть, комический, может быть, сатирический элемент, потому что, ну, по крайней мере, вся линия Толстого, то, как играет Толстого, мне показалось довольно комичной. Нарочитое переигрывание. Вы подразумевали какой-то элемент насмешки? Нет. Вы... Я хотела сделать Толстого живым. Вы видите Льва Толстого человеком, который вот так проникновенно и наивно излагает свои мысли первому встречному? Это вы что имеете в виду? Ну, например, первую их встречу в поезде. А он не первый встречный, Гриша, он друг детства его жены. Это там сказано. Он человек одного с ним круга. Не знаю, мне показалось, что, вот честно вам говорю, что линия Толстого довольно комична. Я в этом, честно сказать, увидел сознательный жест, сознательное высказывание. Ну, вы это читаете как комично, да. Мне хотелось, чтобы там было много смешного. Да, чтобы и Лев Николаевич, и Софья Андреевна были особенные, были странные, были в чем-то угловатые, были как бы намеренно поперек, что ли, ну, особенные, вот именно особенные. Это был особенный дом, особенная семья, особенная пара. У них было очень много радикального по сравнению с людьми их же круга, их же, так сказать, сословия и так далее. Они были намного свободнее. И понятно, что там Лев Николаевич был сливки сливок, аристократ со всех сторон. Да, при этом его поведение было таким, что, так сказать, всю его такую уже зрелую жизнь, задолго до его проповеди, естественно, все окружение, весь свет считал, что он чудит. А тогда как за этими чудачествами на самом деле было очень много и внутренней свободы, и вполне себе глубоких, и при этом вполне авангардных размышлений. Понимаете, вот там есть, например, сцена, когда они обсуждают, выписывать ли гуано из Аргентины. Это чистая правда, это исторический факт, что он хотел это сделать. Так же, как и история с японскими свиньями, это чистая правда. Это все исторические факты. Но, понимаете, у него был сосед, помещик, очень успешный, который действительно выписывал гуано из Аргентины. Это кажется сейчас чудачеством, да, если не задуматься о том, что такое гуано из Аргентины. Это помет морских птиц. Морские птицы едят рыбу. Значит, в их помете много чего? Фосфора. Это фосфаты, которыми мы и сейчас удобряем Фосфорное землю. Фосфорное удобрение, да. Да. Просто тогда это никому не приходило в голову, и тогда никто не производил фосфаты. Да? А вот, так сказать, это надо быть человеком очень, как вам сказать, интеллектуально свободным, чтобы до этого допереть и не видеть в этом никакой ни экстравагантности, ни чудачества, да? А всерьез размышлять о своем хозяйстве. Это смешно? Смешно. Смешно. Комично? Или, как вы говорите, сатирично? Или, как вы говорите, с наигрышем? На мой взгляд, нет.
Скажите, а самоубийство прапорщика Стасюлевича? Это исторический факт. Это исторический факт. Но Стасюлевич ведь, по сути, единственный, наверное, положительный, ну, как мне, во всяком случае, показалось. Ну, такой бесспорно положительный герой, да, герой в этой картине. Вот его самоубийство, когда он надевает шинель, заходит в воду, это именно так и было? Именно или так это именно, и было. Или это вы так придумали? Нет, это именно так и было. Он не умел плавать, он надел шинель. Единственное, что он надел ее задом наперед, чтобы не мочь скинуть. Барахтаться. Да, и еще туда к подолу пришил камни. Да, но показывать это в кино, это очень долго. Ну, просто по времени. То, что а так вы, именно так. То, что вы самоубийством этого, безусловно, хорошего человека и, я согласен с Тихоном, единственного однозначно положительного персонажа в картине заканчиваете. Значит ли это, что вы не видите никакого позитивного выхода из той ситуации, которую фильм рисует, и которая относится к сегодняшнему дню в не меньшей степени? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под позитивным выходом из ситуации. Для меня самоубийство Стасюлевича – это совершенно про другое. Понимаете, это... Ну, во-первых, начнем с того, что Стасюлевич солгал под присягой. Это, я надеюсь, вы понимаете. Каким образом? Ну как? Проголосовав за то, что он... Вопрос был сформулирован очень просто. Виновен ли рядовой Шабунин в, том, что в нанесении побоев капитану Яцевичу? И он был единственный из трех судей, он который сказал... сказал да, нет. Он солгал под присягой. Он был впечатлен речью Льва Николаевича. А мы должны понимать, да, что это, во-первых, офицер, во-вторых, это человек 19 века. Он совершает клятву преступления и обрекает свою душу на вечные адские муки. Во имя высшей справедливости. После этого он еще и ему приходится командовать казнью. После этого он совершает самый страшный грех для христианина, то есть самоубийство. Но ему уже ничего не страшно, потому что он и так считает, что он будет в аду. Гриша Колокольцев, да, главный герой, да-да, который несколько раз за картину говорит, что я не могу лгать, я не умею лгать, да, кроме всего прочего, Гриша Колокольцев там 23 или 24 года. Но, кроме всего прочего, Гриша Колокольцев был свидетелем пощечины. Он видел. Это произошло на его глазах. И он не находит в себе силы в 24 года обречь себя на вечные адские муки. А вы согласны с тем, что Стасюлевичу гореть в аду? За то, что он попытался спасти человека? Нет, я считаю, что Господь всеблаг, и что Господь, конечно же, простит ему это. Я просто вот к вопросу... Но это, я сейчас, с точки зрения православия, я несу абсолютную ересь. Ну, с этим я соглашусь. К вопросу Алексея о том, что нет позитивного выхода. Просто в целом, если это начинается... довольно весело и действительно разговорами про, значит, помет птиц из Аргентины заканчивается, ну, просто по впечатлению, чудовищной безнадегой. Значит, парень, который всего-то нанес пощечину, его расстреляли, а потом его могилу срыли. Значит, это тоже исторический факт. Да, молодой герой оказался, значит, трусом настолько, что даже не смог сам отдать приказ на расстрел. И нет, единственный положительный. А? Это не трусость. Сейчас поговорим об этом. И единственный, по моему, опять же, впечатлению, персонаж положительный Стасюлевич кончает с собой. Никакого вообще просвета. Вы хотите, чтобы я снимала кино с позитивом? Нет, мне интересно ваше ведь отношение. Ссылки на то, что так было на самом деле, мы же обсуждаем художественные произведения, они нерелевантны в данном случае. Вы же не документальное кино снимали? Ну, если бы вы меня спросили, почему я именно за эту историю зацепилась, это был бы другой вопрос, понимаете? А вы, так сказать, говорите мне, что я... то есть, почему я выбрала историю, которая так заканчивается? Почему вы выбрали историю, которая так заканчивается? А потому что она очень современная. В том, что мы снова находимся в той же точке спирали, да? Да. Ну и, соответственно, из того, что происходит сейчас, вы, соответственно, никакого просвета в равной степени не видите? Или нет? Я, понимаете, в чем дело? Я не вижу никакого просвета, если мы будем продолжать как бы конфронтацию друг с другом, если мы не научимся, наконец-таки, как взрослые люди,
пытаться понять другие мотивации, иные, отличные от наших. Если мы будем продолжать считать, что есть некие злокозненные они и некие прекрасные мы. Да, я хотела показать галерею портретов русских людей, да, у которой каждый по отдельности имеет свои мотивации, и эти мотивации можно уважать. Понимаете, вот вы говорите, что там Гриша превратился в труса. На самом деле в сцене казни я попыталась, кроме всего прочего, экранизировать идею Толстого, да, как, связанную с его горячей проповедью запрета на смертную казнь, о том, что в момент казни гибнут двое. Тот, кого казнят, и тот, кто казнит. Да. Понимаете, Гриша Колокольцев, тот, которого мы видели сначала, умирает в момент смерти Шабунина. Его больше нет. На его месте возникает какой-то совершенно другой человек, который будет жить какую-то совершенно другую жизнь. И Стасюлевич тоже гибнет в тот момент, когда командует этой казнью. Угу. Понимаете? И вот то, что при этом каждый из них человек, и каждого из них можно и нужно пожалеть, мне кажется, что если мы не сделаем какого-то внутреннего, большого, личного, душевного усилия, каждый из нас, да, то мы опять застрянем в этой же точке. Вот в этой точке, когда по отдельности вроде приличные люди, а вместе гадость какая-то получается. У Акунина была фраза, которую говорил Фондорин: «Вечная беда России, все-то у нас перепутано, добро защищают мерзавцы, а злу служат мученики и герои». Согласны вы с этим? Ну, фраза, конечно, красивая, но, как всякая концепция, она может быть поддержана, а может быть оспорена. Знаете, у моей подруги Иры Меглинской есть, на мой взгляд, более остроумная формулировка. Она называет это «добрые силы зла и злые силы добра». Ну, опять же, поскольку разговор все время возвращается к современности, то можно обострить этот вопрос следующим образом. Может ли так, с вашей точки зрения, получиться, что ОМОНовцы, которые разгоняют демонстрации школьников, защищают Россию от хаоса, а школьники, когда мы будем на них смотреть, вернее, наши потомки будут смотреть на наше время, а школьники тащат страну к катастрофе? Вы знаете, хотела бы я сказать, что нет, не может такого быть, потому что, конечно же, все мои сердечные чувства, естественно, на стороне детей. Да, и потому что я женщина, и потому что я мамаша, и потому что там просто-напросто я занимаюсь какими-никакими, но художествами, да, и поэтому, конечно же, это самое смягчение нравов есть главное мое чаяние и желание для страны. Но когда ты изучаешь... Вы не читали? Есть такой роман замечательный Бориса Житкова «Виктор Вавич». Я нет. Это потрясающий совершенно роман, но на революции 905 года. Роман, причем главный герой, этот самый Виктор Вавич, он идет служить жандармом. Он дебил, дуболом, но при этом он честно служит, да, по своим убеждениям и так далее. Это фантастическая совершенно вещь, необыкновенно выразительная. И там описывается, в общем, конструкция, при которой ты понимаешь, да, что ну, не было у приличных людей никакого другого выбора, когда их детей, вот таких же гимназистов, арестовывали и били, да, иначе как идти противостоять властям. Но с другой стороны, когда ты читаешь русскую историю, да, и историю, собственно, 17-го года, потому что, на мой взгляд, там любой думающий русский человек рано или поздно начинает спрашивать себя, когда это с нами случилось, что, где была точка невозврата, где мы ошиблись. Чем больше ты начинаешь читать про это, тем меньше у тебя однозначных ответов. В 17-м году, в феврале, да, на улице Петрограда и Москвы вышла интеллигенция, вышла аристократия с красными бантами. Великие князья с ними ходили. Гимназисты, профессора, художники и так далее. Как это было? Ну, простого народа там тоже хватало. Это, конечно. Все вышли. Конечно, все вышли. И вроде как это было прекрасно, это было начало новой России.
А чем все кончилось? Я хотел все-таки уточнить, а вам, как кажется, когда это началось? Вот когда началось то, что закончилось? Это точка невозврата. Вы знаете, вот я правда, честно вам скажу, что я, чем больше я про это читаю, тем глубже куда-то уходит мой ответ. Потому что был период, когда я, так сказать, считала, что все случилось, да, когда Николай женился на Александрине. Да, и, соответственно, дальше гемофилия, Распутин, вот это вот все. Потом я стала думать, ты опять же начинаешь, да, дальше читать, что нет, дело не в Николае, а дело в союзническом договоре с Францией, да, которая была чрезвычайно слабой, и по договору с которой мы, собственно, и обязаны были вступить в Первую мировую. Дальше начинаешь лезть дальше, и получается, что значит тогда... Это случилось тогда, когда на престол взошел Александр III, а не его старший брат, наследник престола Николай Александрович, которого готовили в наследники, который, судя по всему, был выдающийся молодой человек, которым восхищались все учителя, которого его отец Александр II готовил к тому, чтобы России дать конституцию, а он возьми, да в 18 лет умри от костного туберкулеза. Да, и дальше наследником становится будущий Александр III, который никак не был к этому подготовлен, ему дали тех же учителей, и они были в ужасе, они не знали, что с ним делать. Следующий шаг назад, очевидно, убийство Александра II. Совершенно верно. И вот так ты двигаешься, понимаете, я не историк. Я не знаю ответа на этот вопрос. Не знаю. Я не понимаю, я сама хотела бы понять. А вам кажется, что это какой-то вот... Такое трагическое русское предопределение. Не могла русская история ни в какой момент свернуть с этих рельсов. Вы знаете, мне все время, мне, конечно же, кажется, да, что мою несчастную страну преследует какой-то злой рок и фатум. И, понимаете, отчасти моя картина вот про этот русский фатум. Я не понимаю, почему нам так суждено. Понимаете, вот там, вот мы очень любим сами говорить о том, там, Европа мы или не Европа. Угу. Да, вот. По сравнению с Европой мы вроде как не Европа. А кто мы? А по сравнению с Китаем мы кто? Ну, конечно, Европа. Ну, точно это не Китай, очевидно. Можно так сказать. Понимаете, ни Китай, ни Корея, ни Малайзия, да, ни Япония, ни Камбоджа. Ну, скорее мы чужие там и здесь. Понимаете, и вот это вот, что такое, что с нами? При этом я не могу не видеть, понимаете, что мы при этом... исключительно талантливый народ. Ну, здесь вам на это кто-то может ответить. Так это все потому, что у России особый путь, и нечего нам равняться ни на Европу, ни на Китай с Малайзией вместе. Да, так отвечают. Но мы видим, куда этот путь ведет. Я не знаю, так это или нет. Понимаете, я же все-таки я не историк, не философ. Да, и то, что я как бы по своим воззрениям вроде как получаюсь историосовка, но я такая историосовка-любительница. Растрига. У меня не хватает образования на то, чтобы... Если вернуться к фильму, в титрах в качестве продюсеров значит ваш супруг Анатолий Чубайс. Какова была его роль в создании картины? Ну, дал мне половину бюджета. Просто-напросто. То есть, иначе вот, говоря... И я смогла сделать эту картину с его помощью и с помощью там, знакомых и друзей без государственного финансирования. Там нет ни одной государственной копейки. Ну и, судя по всему, Роман Абрамович поучаствовал, судя по титрам. Да, Роман Аркадьевич помог в последнюю очень важную минуту, но он просил категорически меня никак его не указывать, а я просто ну, не сочла для себя возможность. В общем, я нарушила его, так сказать, прямое указание, но я не могу не поблагодарить человека, который... Вы пытались получить деньги от фонда кино, от государства? Нет, от фонда кино даже не пыталась. То есть это принципиально у вас была позиция? Нет, я пыталась получить деньги от Минкульта. Это разные, фонд кино и Минкульт. И потом я их получила, и я от них отказалась. Вы отказались от финансирования да. Минкульта? Да. А большие это были деньги, если не секрет? А это, насколько я понимаю, должно было быть порядка 40 миллионов. А почему, а вы, почему отказались? Вы отказались? Потому что случилось дело седьмой студии. Вы отказались в знак протеста, или вам страшно, что может случиться то же самое с вами? Ну, дело в том, что я хорошо понимаю, как вообще устроено... кино, да, и как оно работает, и где там, какие происходят проблемы с налогообложением, с законодательством. С обналичкой, это мы все понимаем. Понимаете, и зачем же я своими руками буду
делать подарок Следственному комитету. Да, и другим организациям, которые и так с большим интересом следят за жизнью моей семьи. Надо быть клинической идиоткой просто, чтобы... Иначе говоря, просто чтобы не подставляться, вы от этих денег отказались. И не подставлять семью, это понятно. Конечно. В том числе Анатолия Борисовича. Да. А почему тогда вы с таким вниманием следили за тем, как ваш фильм примут в Государственной Думе? Я удивился, читая ваш комментарий, что вы говорите, я надеюсь, депутатам понравится. Им вроде действительно понравилось. Я понятия не имею. Я сразу же ушла оттуда. Потому что я при этом там еще сказала, что я очень надеюсь, что начнется какая-то законодательная деятельность, которая, во-первых, вот выведет нас, кино, из серой зоны. Да, потому что это напрямую завязано с законотворческой деятельностью. А может быть, еще получится и что-то сделать с пиратством. Понимаете? Потому что вот у меня картина третью неделю в прокате, она уже украдена. Ну, обычно это происходит довольно быстро. Да, это произошло через 2 дня. А какие сборы сейчас у нее? Сборы небольшие. На данный момент 33 миллиона. При бюджете в 110 и при нулевой точке. Ну вот, как бы для того, чтобы выйти в ноль, мне надо собрать 230 миллионов. Понятно уже, что это нереалистично. Если говорить про Думу, вице-спикер Думы, господин Толстой, сказал, что ему понравился образ прапрадедушки в фильме. Да, это когда он сказал? Было в интервью буквально на днях. Информационных агентств. Вам нравится, чем занимается праправнук вашего главного героя? Вы знаете, я дружу с другим праправнуком. Я дружу с Владимиром Ильичем Толстым и его женой Екатериной Александровной. С Владимиром Ильичем мы познакомились, когда мне было 16. Я еще в школе училась, то есть я знаю его с незапамятных совершенно времен и отношусь с огромной нежностью и к нему, и к Екатерине Александровне. Я знаю, как Владимир, когда он директорствовал в Ясной Поляне, как он поднимал музей, то есть что там было и что там стало. Вот. И я, конечно, воспринимаю Владимира Ильича как человека культуры и не знаю, правда, вот он мой товарищ. Мне было очень важно, когда они с Катей прочли сценарий и дали добро, и пустили нас снимать в Ясную. Поэтому Толстые очень большая семья. Их много, они все разные. Каждый выбирает себе своего Толстого, я своего выбрала. Изящно, изящно вы ушли от прямого ответа. Сделаем небольшой... Ушла. Я дала свой. Мы продолжаем говорить о Льве Толстом, о котором в значительной степени ваш фильм «История одного назначения». Как вам кажется, это, конечно, такая достаточно детская экстраполяция, но если бы Толстой жил, Лев Николаевич, в современности, как бы вам кажется, ему бы его шансы получить двушечку за оскорбление чувств верующих были высоки? Да, высоки. Знаете, у меня была смешная очень история лет, наверное, еще 10 назад, после того, как я сняла экранизацию «Отцов и детей», ко мне обратились с одного из центральных каналов и предложили мне снять экранизацию «Воскресенье» заново. Я говорю, граждане родные, вы роман давно перечитывали? Они говорят, а что? Я говорю, спросите, у вас ежегодно на пасхальную ночь вы показываете за утреннюю. Вот как вы забываете, вы апеллируете к советскому фильму, но советский фильм «Воскресенье» был снят и показан в богоборческом государстве. Вы как собираетесь в эфире одного и того же канала сочетать пасхальную за утреннюю и роман «Воскресенье»? Они говорят, а что там так? Я говорю, ребят, перечитайте, очень рекомендую. Дело в том, что, собственно говоря, когда Синод объявил об отпадении от церкви Льва Николаевича Толстого, у церкви, в общем, выбора-то не было. Лев Николаевич ему ее никак не оставил. Понимаете? Вот, там же действительно там же не было отлучения. Да? Там как бы была фиксация факта отпадения графа Толстого от православия. Но это чистая правда. Это чистая душечка. Если не больше. Если не больше. Потому что, да, это общественно опасным способом. Тогда же, понимаете, вы не забывайте еще к тому же, тогда же церковь не была отделена от государства, она была частью государства. Поэтому, конечно, Лев Николаевич, в общем, это был тяжелый случай. А как вам кажется, сейчас, я понимаю, что
по Конституции, по законам нет, но по факту церковь отделена от государства у нас или нет? Ну, если вы имеете в виду РПЦ как организацию, да, то, в общем, нет, конечно. Но, понимаете, мы же на самом деле только разговариваем про себя как про общество верующих, православных и так далее. На самом деле мы глубоко атеистическое общество. Мало того, я думаю, что большая часть нашего клира атеистична. Я бы даже употребил слово, то есть не даже, а я бы употребил слово языческое более чем атеистическое. Нет, именно, не-не-не-не-не, это большая разница. Атеист – это тот, кто не верит в загробную жизнь. А язычник, у него свои загробные свой, миры. Свой свод, да. Конечно. Свой свод. И мне конечно кажется, что большинство простых наши россиян, клирики, как принято наши говорить, клирики как раз совершают язычники поступки, да, которые напрямую указывают на то, что они не верят в загробную жизнь. Например? И в высший суд. Ну, например, они как раз вот проповедь милосердия не только не ведут, да, а с ней спорят. Пусирает, условно, а с ней спорят. Я очень, очень хорошо помню, как митрополит Илларион во время интервью, как раз когда разворачивалась история с Пуссирайтом, мы ему задали вопрос, а не собирается ли церковь призывать к милосердию, он наклонился и сказал, а почему мы должны призывать к милосердию? И после этого повисла ну да, понимаете, пауза. При этом я не хочу, понимаете, обижать. Есть замечательные священники, есть прекрасные пастыри, да, настоящие, с великой душевной чистотой, с великим подвигом, да, с настоящим служением, по-настоящему окормляющие паству. Но их значительно меньше, чем нам нужно. Значит, Льва Николаевича Толстого наверняка посадили бы сегодня, а учитывая, что он... Я не думаю, что посадили бы. Знаете, слишком судили мощная фигура. Выслали. Ну, как с Макаревичем было выслали бы. Его бы скорее бы гнобили и не давали бы ему публиковаться. Выжили бы. Хорошо. А Толстой, как человек, воевавший в Крыму и вообще с Крымом связанный, был бы он человеком, поддерживающим идеологию «Крым наш», как вам кажется? А вот тут придется разделить раннего Толстого и позднего Толстого. Понимаете, вот смотрите, я показываю Толстого 1866 года. Да, ему 38 лет. Он в этот момент совсем не опростился, ничего. Он вообще-то стяжатель. Откуда берутся японские свиньи и так далее. Он очень хочет разбогатеть, причем разбогатеть именно хозяйством. Да, потому что ему досталась Ясная Поляна, обремененная кучей долгов, заложенная, перезаложенная. Он хочет вытащить ее из долгов, он хочет составить состояние детям. Да, поэтому он ездит на сельскохозяйственные выставки, он выписывает все журналы по новой технике, да, он ищет новые способы и так далее и тому подобное. То есть он помещик, да, и это его основная работа. Да, литературный труд в тот момент это, так сказать, его занятие, но не основное. Mm-hmm. И он не так давно перестал быть офицером, который воевал в том числе в Крыму. И это один Толстой. Если говорить о позднем Толстом, И этот Толстой поддержал бы присоединение. Думаю, как человек, недавно воевавший, там думаю, что да. Думаю, что для него русская кровь там пролитая в тот момент была не пустым звуком. Позже, в том числе, я считаю, что и через историю с Шабуниным, да, он приходит к крайнему, радикальному пацифизму и фактически к отрицанию идеи государства как таковому. Да, он становится вероучителем, да, учителем человечества и так далее. И, кстати говоря, есть многие страны, в которых его совершенно не ценят как художника, а ценят именно как учителя человечества. Это Индия, это, например, Вьетнам, да, самые разные, где просто не знают ни о какой войне и мире, да, а знают совершенно о другой стороне Толстого. И вот этот Толстой не поддержал бы ничего. Никакую войну вообще. Никакую войну вообще. Во-вторых, никакое вообще понятие границ, хоть в
ту, хоть в другую сторону. Другое дело, что я вынуждена огорчить либеральную общественность. Украину он бы тоже не поддержал, потому что он бы не признавал никакую ни Украину, ни Россию. Но это вот как бы мое предположение. Мне кажется, что было бы так. Поздний Толстой, ему все это казалось лишним, дьявольским и мучающим человека. У меня сейчас, знаете, какой вопрос созрел, интересно. Вот мы много последнее время обсуждали, что вот, например, идет премьера Нуриева в Большом театре, и в зале не только вся светская богема, это понятно, но и множество чиновников и представителей госкорпорации, то есть власть в чистом виде практически. При этом Серебренников сидит под домашним арестом. И это создает какой-то невероятный дуализм, двойственность, или, как говорит Дмитрий Быков, амбивалентность современного российского общества образованного. Было ли что-то подобное в толстовские времена? Или это ноу-хау современное? Нет, конечно, было. Конечно, было. Но оно просто, понимаете, оно же никогда не повторяется точь в точь. Да? Оно, все эти вариации, да, они как бы на выворот. Оправдание Веры Засулич, которому аплодировала вся Россия. Да-да-да. Понимаете? Террористы вся убийцы, Россия. Да. Но она же убийца. Она же стреляла. Ее оправдывают присяжные, и вся Россия рукоплещет. Да, это вот такая фронда, такая, так сказать, шпилька правительству, да, и так далее. Там. Но это же то же самое. И никакая ценность человеческой жизни не играет значения. Мы все время как-то вот попадаем вот в такие. Мы все время эту перчатку то в одну сторону выворачиваем, то в другую, то в одну, то в другую. Она порвалась уже давно. А мы все продолжаем этим развлекаться. У меня еще один вопрос про фильм. В титрах, помимо уже упомянутого Анатолия Борисовича Чубайса и Романа Абрамовича, есть благодарность Борису Гребенщикову. Да. А какова его роль в картине? Ну, вы знаете, в принципе, я могу писать благодарность Борису Гребенщикову просто у себя на лбу, да, потому что всю мою жизнь мне есть за что быть благодарной Боре. Этот сценарий очень долго не получался. То есть вроде события все есть, куча событий. А картинок не показывают. И у меня даже был момент, когда я совсем отчаялась и стала думать о том, что мне перестали их показывать, что больше этого не будет, меня этого лишили. И я была, у нас уже было три варианта сценария, мы вот только что разломали третий, поняв, что опять ничего не получается, нету музыки, нету... гармонии. Вот нету этих картинок. И мы были в отпуске с Толей, и там что-то ездили на машине, мы любим так долго-долго куда-нибудь ехать, и слушали Борин альбом «Архангельск» 2011 года, который я почему-то пропустила, хотя я слушаю все альбомы Гребенщикова. И там была песня «Небо цвета дождя». Я ее первый раз услышала, я говорю, можно я ее еще раз поставлю? Да-да, давай. Дальше раз 40 я ее прослушала, потому что под нее... мне начали показывать картинки. Я увидела картинки. Я увидела вот эти пролеты финальные, вот когда там летит над Толстым, да, вот это вот все. И дальше я прослушала ее еще раз 100, чтобы понять, это был случайный эффект или он повторяется. Потом я вернулась, поставила Ане Пармас, моему соавтору, и говорю, либо я сошла с ума, либо я поняла, как это надо писать. Поставила ей, она залипла точно так же. Мы послушали еще 125 раз и размотали с нее. Ну, то есть формального участия Бориса Гребенщикова? До последнего момента эта песня стояла на финале. Мало того, мы даже снимали эти пролеты под нее. То есть вот ритм камеры, да, он связан с ритмом этой песни. Я ее в последний момент только убрала, потому что она все смягчала. Вот, потому что в Боре есть вот это... ну, понимаете, мы же... поколение фильмаса, мы же знаем, что он Бог, от него сияние исходит. Да, в нем есть вот это божественное надмирное спокойствие, да, такой как бы подлинный любовный лиризм, да, и снисходительность к человеку. Там есть такая фраза: «Только бы мне устоять, но я вижу, я падаю. Падаю в небо цвета дождя». Понимаете, что я не Боря, я не Бог, я не могу смягчать. Если я хочу... чтобы эта история, так сказать, била по башке, то Борю оттуда надо изымать.
Но без Бори не было бы картины. Вам не обидно, что Борис Гребенщиков так не поддержал Кирилла Серебренникова с фильмом «Лето»? Сказал, что это не про нас, мы так не жили. Известная очень цитата. Я знаю. Я, кстати, сегодня прочла Кати Гордеевой интервью с Борей, новое, совсем свежее, где он рассказывает тоже про это. Он уже посмотрел какую-то часть картины. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, конечно, мне жалко, потому что вроде, ну все понятно, в общем, да, и я мечтаю о том, чтобы и Кирилл, и Софья Апфельбаум, и Алексей Малобродский оказались на свободе. Я абсолютно убеждена в их невиновности. А я глубоко убеждена, что все вступились за Киру еще, кроме всего прочего, потому что все, кто его знают, знают, что Кир не про деньги. Вот про что угодно, но только не про это. Вот, но Боре можно все. Ну вот в моей системе координат. Вот Борис Борисовичу можно все. Так, сяк, наперекор. У меня давно уже никогда не вызывает чувство протеста ничего из того, что говорит Боря. Потому что я много раз оказывалась в жизненной ситуации, когда я ретроспективно понимала его слова, его тексты, песен, и вдруг, так вот она что? Что же я была такая дура-то? Чем я это все слушала? «Моя смерть ездит в черной машине с голубым да огоньком». Да вот все, понимаете, вам масса не страшно всего. В машине с мигалкой ездить? А я не езжу в машине с мигалкой. Нет, вы не ездите в машине с мигалкой? Вы что? Разве у Анатолия Борисовича нет мигалки? Нет. Прекрасное представление у либеральной журналистики об Анатолии Чубайсе. Блестяще. Скажите, действие фильма происходит в Российской империи, как мы уже говорили, во время великих реформ Александра II. У вас есть ностальгия по ушедшей империи? Российской, советской? Нет. А должна быть? Нет, я не знаю, должна быть или нет, я просто спрашиваю. Дело в том, что мне кажется, что мы до сих пор так и не перестали быть империей. Видите, какая ностальгия? Ностальгии по Советскому Союзу у меня нет и быть не может. Я Советский Союз ненавидела и ненавижу до кровомщения. Понимаете? А что касается... Ну, я вообще не склонна к ностальгии, честно признаться. Да, потом ностальгии по Российской империи быть не может, потому что если бы Российская империя была так прекрасна, как представляют ее себе монархисты, то не случилось бы того, что случилось с этой империей. Да, ностальгирует там. Прекрасное время для меня был конец 80-х, время моей молодости. Когда, конец 80-х? Да, когда андерграунд переставал быть андерграундом на наших глазах. А я, по счастью, была знакома со всеми этими людьми и видела, как это происходит. Да, для меня и 90-е были невероятно интересным временем, но, понимаете, я тогда была молода и эгоистична. И воспринимала 90-е только вот сквозь свою биографию, биографию своих друзей. И плохо себе представляла, как жила остальная страна. И мне все равно дороги мои 90-е. Мои 90-е были замечательные. Но они для вас скорее лихие или скорее... Они для меня скорее лихие, надежды. В другом смысле. Лихие, веселый. В смысле, как лихо это было, понимаете? Это были лихие карьеры. Это были лихие возможности. Это были лихие надежды. Это были лихие надежды, и это было время лихих людей не только в дурном, но и в хорошем смысле слова. Другое дело, что остальным это было немножко по-другому. Тут я с вами полностью согласен, потому что для меня это тоже было время возможностей и надежд, и совершенно не лихое в хорошем смысле. Но сейчас вот даже Ходорковский признает, что, например, там приватизация была несправедливо проведена. Вот Михаил Борисович, когда выступает по поводу справедливости, вы знаете, согласен, вот не стоило бы ему Михаил Борисовичу это, может быть много вопросов. Хорошо, может быть, не очень верный источник цитаты, но просто любопытно, вы на 90-е с вашим супругом Анатолием Борисовичем смотрите совершенно одинаково, или у вас возникают какие-то дискуссии на эту тему? Потому что ведь вы все-таки совершенно в разных были тогда весовых категориях и ситуациях. Вы знаете, вот как бы объяснить-то? Понимаете, как бы и то, и то. И одинаково, и дискуссии. Мы очень много про это говорим, и нам очень важно про это говорить и проговариваем. Например, там, например, Анатолий Борисович не видел сериала «Бригада», а я ему его показала. Он не видел, потому что когда «Бригада» вышла, ему было решительно не до этого. И как ему понравилось?
на него это произвело большое впечатление. А я очень высоко ценю этот сериал. Очень высоко ценю. И вот, да, он посмотрел, он говорит, какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов. Как это было унизительно, как это было ужасно. Но а тогда он этого не знал. Откровением после сериала «Бригада», он ведь, наверное, и тогда это знал. А вы понимаете, в чем дело? Одно дело знать, да, что есть бандиты, что они рулят, да, и так далее и тому подобное. А другое дело видеть, как они ведут себя в ресторанах, в магазинах, с людьми на улице. Это он где должен был видеть? В правительстве Российской Федерации или в РАО ЕС? Как? Вот это же, он это имеет в виду, понимаете, как оскорбляло людей вот эта наглость, всесилие урки. Вседозволенность. Да, понимаете, он где это мог увидеть? То есть вы ретроспективно, но все-таки некоторым образом проводник для своего мужа в мир 90-х. Вы знаете, есть масса вещей, в которых все ровно наоборот. Нет, ну это понятно. Есть масса вещей, которых я не понимала, не видела и так далее. Я как бы завидую художественными впечатлениями, да, и, так сказать, отражением реальности в художественных произведениях. Да, а Толя мне рассказывает, как оно было на самом деле. Понимаете, что стоит за каким событием и так далее. Потом это время же очень сильно оболганное. Да, и оболганное со всех сторон. Не только с красной стороны, но и с нашей, с либеральной. Я не могу не спросить, да. Раз уж мы говорим про 90-е. Вот нашумевшая книга Петра Авина и снятый по ней фильм Андрея Лошака про Бориса Березовского. Да, я не видела фильм Андрея, и Андрей перестал для меня существовать. Почему? Что случилось? А вы знаете, он в интервью у Кати Гордеевой, той же самой, где он рассказывает про фильм, произвел удивительно нежную подмену, которая для журналиста кажется мне просто аховой. Дело в том, что я присутствовала при начале спора моего мужа и Петра Олеговича Авина, да, о дихотомии «Родина или свобода». Да, и разговор этот сутево, он длился некоторое время, да, и они некоторым образом продолжают об этом спорить. Да, и, собственно, позиция Толи, да, которую мы с ним обсуждали много раз, да, состояла в том, что, Петя, а тебе не кажется, да, что вот в этой дихотомии российский народ делает другой выбор, иной, нежели мы? И для него родина выше свободы. Дальше я читаю в интервью, где Андрей Лошак, не дрогнув совершенно ни бровью, ни интонацией, говорит, ну вы же видите саморазоблачение Чубайса, который объявил, что для него государство выше свободы. Вы но оба журналисты. Здесь сейчас сложно заочно. Я обязательно спрочу Андрея, что он имел в виду. Интервью. Нет, я переспрошу, потому что, безусловно, тут эта история про две позиции. Ну, вы слышите, что это разное? Я слышу, или что вы нет? говорите, но я, в общем, не сомневаюсь в профессионализме Андрея. А, то есть сомневаетесь в правдивости моей? Нет, я просто говорю, что на любую ситуацию можно посмотреть с двух сторон, вы же... В том числе про это хорошо. Сегодня говорили. Вы отличаете государство от Родины? Да, безусловно, я отличаю. Вы отличаете позицию Анатолия Чубайса и позицию русского народа? Ну, разумеется. Ага. То есть вас не смущает, что здесь и одно, и второе так ловко подменены? Если действительно это так подменено со злым умыслом, то, конечно, Андрей не прав. Вы знаете, но, возможно, это вопрос трактовок. Вы понимаете, в чем дело? Я вам скажу лучше. Муж мой значительно благороднее меня в этом смысле. Он мне сказал, неужели ты не понимаешь? Ты правда думаешь, что он это специально? Ты понимаешь, что он это так услышал? Я говорю, понимаю. Это я понимаю. Но он журналист. Он делал этот фильм. И он мог проверить. И я никогда ему этого не прощу. Скажите, а вот вы сказали фразу, мне просто как раз вы сказали фразу, он перестал для меня существовать, а вы легко отказываетесь от людей? Нет, очень нелегко. Очень нелегко, и это происходило всего, ну, вот знаете, столько раз в моей жизни, что
пальцев одной руки даже будет много. Вот. Нет, я просто... Нет, я, конечно, выбрала слишком резкое выражение. Это не так. И если Андрею когда-нибудь там понадобится какая-нибудь моя помощь в тяжелой ситуации, я ни ему, как и никому другому не откажу. Но товарищем, возможным собеседником, он для меня перестал быть навсегда. Давайте я тогда вспомню еще одну ситуацию, когда... ваш разрыв с человеком, пусть и не по вашей инициативе, произошел публично. Это когда от вас из программы «Школа злословия» ушел Леонид Парфенов. Вы вели с Татьяной Толстой такую программу на НТВ, я напомню. А ушел он, потому что вы очень через губу говорили о программе «Намедни». Вы вспоминаете эту историю с каким чувством? Ну, во-первых, там было много чего, кроме «Намедни». Не через губу, а у меня действительно были свои идейные претензии к «Намедни». Да, но упрекали мы в основном не за «Намедни», а за старые песни о главном Леонида Геннадьевича. Я вспоминаю эту историю, знаете, с усмешкой. С усмешкой в адрес обеих сторон. Потому что Леонид Геннадьевич, уходя, он тогда еще работал на телевидении, все прекрасно, уходя и срывая с себя микрофон, сказал: «Я сделаю все, чтобы эта программа не вышла. И поверьте мне, она не выйдет». Он позвонил Олегу Борисовичу Добродееву, и программа не вышла. А через полгода закрыли «Намедни». Так что это история про тот самый административный ресурс. Добродеева на тот момент на НТВ уже не было. Но совершенно я верно. Думаю, он был на ВГТРК. Да. А эта программа выходила тогда на канале «Культура», который относится к холдингу ВГТРК. Этой детали я не знал. Да. Мне казалось, что она всю дорогу была на НТВ. Нет. Ну, так хорошо. Что это, знаете... Хорошо, видите, возможно, это разговор про то, что... Вы-то как будто со злорадством. Сейчас, прости, пожалуйста. Возможно, нет, это... не со злорадством, я совсем. Не со злорадством, и я никогда не радовалась тому, что Парфенова изгнали с телевидения, потому что он, конечно же, очень крупная величина, он поменял лицо телевидения. Я прекрасно понимаю все заслуги Леонида Геннадьевича, я очень высоко ценю его и профессионализм, и дарование. Я усмехаюсь только насчет того, что не рой другому яму, понимаете? Что, так сказать, ты использовал этот инструмент, ну так когда-нибудь и против тебя его использую. Вот и все. Ну, возможно, это еще история, если вспоминать предшествующий разговор наш про Андрея Лошака, это история про то, как мы, не говорю только про вас, это всем людям свойственно, мы легко прощаем себя и тяжело прощаем другим. А вы знаете, дело в том, что у меня нет никаких претензий к Леониду Геннадьевичу абсолютно. И я правда очень жалела, когда закрыли «Намедни». И я правда считаю, что телевидение без Парфенова совершенно не то, что телевидение с Парфеновым. Да, у меня нет никаких дурных чувств по отношению к Леониду Геннадьевичу. Это же он обиделся. Понимаете, если вы... Ну, вы обидели тогда. Если там, вы хотите, там было на что обидеться, я это смотрел. Да, если вы хотите добиться от меня извинений перед Леонидом Геннадьевичем, если бы я думала, что Леонид Геннадьевичу от этого будет на сердце легче и веселее, я бы от меня не убудет. Я с удовольствием скажу: извините, Леонид Геннадьевич, что мы были резки с вами. Но я что думала, то и думаю. Я по-прежнему считаю, что ретро-проект в стране начался с программы «Старые песни о главном». Я по-прежнему так думаю. Я то же самое говорила Константину Львовичу Эрнсту. Да, он не сорвал с себя подтяжки, не швырнул их мне в рожу и не выбежал из той комнаты, где я ему об этом сообщила. Понимаете? Но я правда так думаю. Но мы все, как бы мы не знаем действительно, как наше слово отзовется. Понимаете? И мне кажется так. Вот они тогда с азартом талантливо делали очень яркий проект. А получилось вон чего. Ну, знаете, если бы мы знали, где мы все упадем, конечно, мы бы, наверное, что-то подстерегли сильно давно. Конечно, безусловно, конечно же так. Но я просто, я вам говорю, что в этом смысле я свое мнение не изменила. То, что, наверное, это было интонационно, обидно и резко, вот об этом я, как вам сказать, одновременно с радостью и с горечью пожалею. Я была моложе, я была... жестче, что ли, и жесточе, наверное, да, и, наверное, все то же самое
я могла сказать в другой интонации, которая бы не показалась Леониду Геннадьевичу столь обидной. Да, вот об этом я жалею. Я удовлетворила вас? Да. Ну, тут скорее вопрос не во мне, а тех, кого вы могли этим удовлетворить или нет, здесь нет. Но мы узнаем. Авдотья Смирнова, режиссер, сценарист, режиссер фильма «История одного назначения», который сейчас идет в российском прокате в программе «На троих». Спасибо вам. Спасибо. Программа «На троих» каждую неделю на телеканале РТВ. Алексей Пивоваров. Тихон Дедко. Спасибо всем.